International подошел к концу, но ты до сих пор можешь фармить халявные шмотки просто на правильном предсказании побед команд. Но не инта, а обычных работяг. Ой, смотри, заходишь на Epic Loot в раздел «Боевой пропуск», находишь актуальные матчи, предсказываешь победителя, за правильный ответ получаешь очки, попадаешь в топ и, собственно, лутаешь халявные шмотки. Топ игроков и скины в нем обновляются каждый день, так же, как и матч. А если ты хочешь самую легкую аркану в жизни, выполни все 15 заданий в «Боевом пропуске» Epic Loot, который по специальной ссылке в описании ты получишь бесплатно вместо 500 рублей. Ну не сказка ли? И, конечно же, не забывай о промокоде, который видишь на экране, ведь он даст тебе плюс 15% к пополнению баланса. Ставь ролик на паузу и лутай халяву на Epic Loot. 8 лет стать популярным, я вообще убиваю. Рейс. Короче, я сейчас всем твоим подписчикам даю шанс подрачу модель. Чё сделать? Всё, готов? Готов? Альтаир, я же говорил так не говорить. Как? Что сделать? Ты главное не показывай, как это делать. Он сейчас веб врубит, ты не смотри, тебя забанят. Сейчас я на втором мониторе чекну. Альтаир, ты врубил вебку? Да. Офигеть. Все, сейчас посмотрим. Давай. Облуп. Тебе 8 лет, офигеть. Альтаир. Рыс, сейчас буду флексить под твою песню. Давай. Альтаир, что видит Антон каждое утро, покажи. А, что видит Антон каждое утро? Да. Ладно, это не буду показывать. Пиздец. Да не надо. Не-не-не. Нет. Это я не буду. Альтаир, ну перестань. Кто видит? Я угора. Кто видит половой орган Лены каждый день? Хватит. Альтаир, перестань, пожалуйста. Ладно, что ты плохим стал? Ну, дури, давай это обратно. Нормально. Все, надо остановиться обратным хорошим. Чтобы стать хорошим, нужно флексить под песню. Правда, Рейд. Джиггернаут. Сейчас буду флексить под песню свой. Я Джиггернаут на первом месте в списке ВК. Под псиблейды давай, давай, малый. Ты играешь? Да. Ребята, этот Рейс, можешь включить песню Псиблейда, чтобы я ее слушал? Нет, не могу. Мои Псиблейды, Блейды. Тогда пошли на сервер моего друга, там будем слушать. Мы будем флексить. Там все равно сейчас никого в сети нет. Или я приватку сюда давай. Подожди, сейчас я занят, сейчас я... Давай, сейчас мы с ним доиграем еще. Раунд этот и пойдем. Нормально, ты Альтаир это... Дал газу, бля. Да ё-моё! Ты мне 30 хп снёс, у меня 8 хп осталось, чё, убирай. Помяли. Помяли на сервере было. Да ладно, го играй дальше чё-то. Подожди. Го на ВП без скопов. Чтобы стать хорошим мальчиком, нужно... А что, Рейс, а нужно что? Рейс, он май... Давай. Ой, он май пик. Чего он май? Что за песня твоя? Он май файенд. Это... это Shadow on my Fiend. Ты ж мой красавчик. Дальше? Понятно. Блин, я забыл, бляха муха, сука, не хочется ебаный. Чё? Я забыл то, что сейчас Рейс может заплакать. Не-не-не. Да не надо, ну да я сейчас реально разрыдаюсь, бля. Чё, Рейс не обижает? Пойдём.
Давай не в крысу только. Надо знаешь, какую давай. Песню включить? Какую? Какую? Все понятно. Тебе надо еще с одним челом сыграть. Зачем ты играешь в лобби, Рейс? Ты же слабый игрок. Не, я бы не сказал, он просто слабый, он... Он бы не сказал. Не, подожди, Рейс, сколько у тебя в стиме часов? Подожди, не убивай! Сколько часов? 10. 5, наверное, в КС-ке, но на мэне. Ну, я играл 3 года назад последний раз. Рейс! 500 часов вообще. Вот, мы будем танцевать по фонд. Ну, сам давай. Понимаешь. Камеру левее, чтобы полный флекс запечатлеть надо. Че, все играем? Да. Вот это ты фортнайтер, нихуя ты. А что это значит такое? Слышишь, что это значит? То, что он рогатый. Райс. А. Ты... Сколько роста? Че я? Рост какой? Сколько сантиметров? Метр 92. Не нормально, я 1.60. Каков ты играешь в доту? Я в доту играл только 3 часа. Чё ты там говоришь? Я ростом 2 метра, шириной 3 метра. Я кубик в Майнкрафте 4x4, 150 килограмм. Смотри. Альтаир. Я буду флексить под... А муха тоже не встает. Рей, смотри. Ты где там? Я тут. Не вижу тебя. Ага, я понял. Так, я тебе могу сделать так, чтобы ты одержал победу, если так скажу. Ничего не слышно, ну ладно. Рей, смотри, что видит жопа Антона каждый день. Не надо, Альтаир, не показывай, пожалуйста, сейчас, не надо. Все понятно. А потом Антон делает вот так вот. Альтаир! Не надо, Альтаир! Кажется, расскажи лучше поговорку из доты. Как ты одноклассницам отвечаешь, когда они ругают тебя? Поговорка из доты. Поговорка из доты? Давай. Пока да медведь что? Говорит, где ты? Твою мамашу, пока батька отвлекает работу, твою мамку есть Бог. Молодец! 8 лет такой учить я вообще. Это меня научил Филя. Я не удивлен. Мои псиблейды, что-то там, что-то там. Никакого хп там, что, бессмертный что ли, я не понимаю. Но это песня топчик, попчик, орандил тебя, самая лучшая песня. Спасибо. Я один только что из одной песни переплюнул все свои новые песни. Жизненно. Как жизненно. Так, чё у нас там? Этот Рейс, можешь нам спеть песню Псиблейда? Не сейчас. Потом? Да. Я сейчас пулю закрутил жестко. Кого? Пулю. Ладно, ребят, чуть-чуть поматерились и хватит. Да, все, хватит материть. Надо быть добрыми, правильно? Нет, что, давай. Надо быть позитивным. За тобой две девушки смотрят твои, Алина и Евгения. Тебе не стыдно вот так материться? Это, брат, еще раз пропиар, что-то уже актив не идет. Пропиар еще раз. Че тебе пропиарить? ТикТок, опять что-то никто не подписывается. Ща активчика тебе навалим. Рейс, ща все будет, брат. Конечно, братан. Все для тебя, братан. У тебя видео с ёршиком залетело в реке, Альтаир. Какое видео с ёршиком?
Там я тебе свой сьерчик показываю, зачем? Я камера отключила, это очень. Да не, ничего. Знаешь, это... Филя, ты такими темпами в ЧС улетит? За что? Я-то знаю, про какой ты этот... Сьерчик говоришь. Про какой? Про девку, которая вам себе ёршик кое-куда завесил. Чё, у тебя не надо? Я вообще не про это! У тебя в ТикТоке видео с ёршиком есть, какая девушка вам себе ёршик зовёт? Я понял. Я, короче, когда в туалете срал, не по приколу решил снять свой ёршик. Это видео, блин, залетело. Прикинь? Надо посмотреть в ТикТок сейчас. Короче, я пойду сейчас в туалет засниму. Это будет разрывная, да? Я думаю, да. А какие просмотров наберет? 1,2 миллиона. Так, ты скинул мой ТикТок? Да. Все, я готов к бомбандиру. Да как попасть по тебе? Уже 6 актива! За 1 миллисекунду, Рейс, ты чё это? Шик-14 передаю тебе привет. А как ты понял Никого? Ну, типа, узнал. Потому что он мне написал под моим новым видео привет. Слава Петров, передаю тебе привет. Он по-английски шпарит, капец. Да все, тебе, мне кажется, изи со мной играть. Все говорят, что Сайтама пик в себе. Чел, который обожает Гоку. Рейс, давай снова спамбер, вот так вот. Это наш новый флоу? А? Это наш новый флоу? Да-да-да, это наш. Это, короче, мы будем... короче, смотри, ты мой канал пиаришь бесплатно, а чужие каналы мы будем... Этот... Деньги, за мани-мани. Итак, мы, знаешь, заработаем на... Мы все так заработаем на материнские, на две материнские платы РТХ. А на тебе одна мне. Кстати, Филя, а что там насчет этой? Насчет этой? Мышки. Филя, что насчет мышки? Гон АВП без зума. Филя? Филя, что насчет мышки? Филя, что по мышке? Я пас, я ну. Филя. Чё, ты не будешь больше? Нет, ты держал победу, ладно. Мои все блейды. Короче, сейчас. Чё такое? Димэп Плук, передаю тебе привет. Сквир Вор 3, передаю тебе привет. Малой, хочешь я оценю твои эти, как его, тиктоки? Да. Передаю привет Диме. Сейчас, короче, пообщайтесь с чатиком, панда. Сейчас я приду, только всякую хуйню не говорите, пацан, пожалуйста. Передаю привет Мун Дилкс. Ну-ка. Короче, подписчики Рейза, как выбирает Рейз друзей? Старший Рейза, нет. Молодые, нет. Подростки, нет. Чел, которому 8 лет, да! Мои псиблейды. Этот, кстати, это спой песню «Мои псиблейды». Брат, у меня уже 45 подписчиков. Брат, Рейс, Шадоу Рейс. Да, он пошел, подожди. Это, короче, аутсайд, или как он там говорил? Вроде аутсайд он говорил. Что он аутсайд, а не дезинсайд. Алло. Как мне помочь? Я тут. Че, у тебя нормальные тиктоки, слышишь? Рейс, как переводится СССР? Союз социалистических... Блять. Сейчас я зайду в тикток. Союз... Короче, ты неправильно ответил. Это переводится «Сталин старался, союз распался». Красавец. Понял.
Союз социалистических... Я не помню, каких-то там... Похуй, в принципе. А, советских. Все, советских. Точно. Советских Соединенных Республик. Да. Всем привет, ребята! И сейчас я познакомлю вас с Shadow Raze. Вот да, плюс дал нас на 2. Шесть. И вот. Сейчас я зайду к нему в Discord. 6. Нет. Ого. Да. 2 + 2 = 4. Еще 2 умножить на 2 = 4. 4 + 4. Че? Неправильно, подожди, неправильно. Скажи. Смотри, как решается 2 + 2 умножить на 2. Подожди. Еще раз скажи. Как решается пример 2 + 2 умножить на 2? Мы прибавляем 2 + 2, и у нас выходит 4, и мы умножаем 4 на 2. Сколько у нас? Неправильно. Сейчас я посмотрю. Че? Я в 6 классе, я знаю. Сколько будет, Панда? Должно 6. А сколько будет? Мы 2 умножаем на 2, потом плюс 2 будет 6. Ага. Правильно. А не сначала, типа, сначала умножение, потом вычисление. А не вычисление, потом умножение. Этот рейс, оцени мой первый новый тикток от 1 до 10. Сейчас, я посмотрю, он 2 минуты идет. Дискорд, вот я открываю Дискорд. Я подписался. Сейчас, да, лайк. Да. Передаю привет маме Кусака. Ладно, твой последний тикток лучше не смотреть, я думаю, его забанят. Передаю привет... А че у него там? Передаю привет. Там у него на минуте, короче, он чат открыл, когда я скинул ссылку на его сервер. Там грустные эти. Да, все, Рахис, пока, удачи. В общем, пиздец там. Ты видишь, сколько здесь комментариев, брат? Сколько, брат? 25! Это видео надо удалять. Это шоколадки растаяны. Вот туда можно еще молока добавить. Передай привет Канцеркиду. Передаю привет Канцеркиду. Красавчик, лысому еще добавь. Передаю привет лысому Канцеркиду. Рейс, что смешного? Да не, ничего. Добавь этого, короче, позвони своему самому токсичному другу. Я хочу на минуту стать токсиком. Хочешь прям, ну, жестко за это, ну, забиться, я да? Хочу... Да. Я посоветовал. За хейтить его хочешь? Ну ладно. Да. Добавь своего самого токсичного друга. Или подожди, Shadow Race, ты же тоже, по идее, токсик жесткий. Ну я бы не сказал, что он токсик. Да не, я не токсик, я нормик. Ну да, прям ну жесткого, да. Токсика, да, добавить сюда? Давай, ну, прям добавляй. Самого жесткого. Сейчас я подумаю, кого. И сейчас он такой добавляет Симпл. А, и сейчас такой тик, и сейчас добавляет Титана из ГД. А, так, за экскурсы да я не буду, пожалуй. Почему? Давай за экскурсы, да. А ему нельзя на Твиче появляться. Почему? Он забанен. Ты готов? Да. Я давай, прям еще жесткого добавлю. Давай. Сейчас приготовится. Добавляй. Брат. Сейчас, брат. Я добавляю. Вот, я не знаю, вот у меня в друзьях есть чел с ником... А, вот, я вот этого добавлю, сейчас. Это токсик? Пиздец жесткий. Сейчас разнесем по фактам. Ой. Почему у меня военное сообщество написано? Ты еще меня мало знаешь, а вот Филя меня знает. Сейчас тебе... Да, Филя? Братан, конечно, я тебя знаю. Ты знаешь, как я его по фактам разнесу? Я ж тебя ночью, братан, учил многому. Да. Рейс. У меня вопрос, почему у меня... Блядь, я вышел с этого. Алло. Рейс, этот пидор оранжевый... О, осуждай! Не осуждай! Не надо говорить такое, плохие слова такие. Так, Альтаир, слово
Я же сказал, что стану токсиком на минуту. Это не, такие, такое не надо говорить. Вот такое слово, которое ты сказал на П, не говори. Этот Идор оранжевый. Не, да не надо вообще, нет, не надо нет. вообще не надо говорить, не надо никак вообще, не надо вообще никак. Идор. Да не надо, блядь, не надо, блядь, говорю тебе, не говори. Это П плюс. Да нет, не надо вообще никак, не надо вообще, не говори никак. Альтаир, скажи, этот выблядок ебучий. Этот выблядок ебучий не хочет брать трубку. Да, вот так вот. Вот так, правильно. Да. Получается, я должен быть еще хуже, чем это был? Еще раз. А, не понял, что это. Да ладно. Давайте добавляйте токсика какого-нибудь. Этот не заходит, ладно, я его сейчас выкину. Сейчас я добавлю какого-нибудь жесткого, прям, ты готов? Да, осуждают, не надо, я тебе говорю, не говори, блядь, такого! Не, почему? Такое нельзя говорить. Этот выродок не хотел брать трубку. Вот это правильно. Ошибка вселенной. Ой. Вот у меня в друзьях есть маленький шлёпа, я не знаю, кто это. Маленький шлёпа и модный чайник, блядь, мне кажется. Добавляй модного чайника. А, подожди. Я прочитал ваше стихотворение, вот это рэперское. Слушай сюда, дебил, если ты считаешь Сларка говном, то это ты говно, словно губка Боб, живу в океане, завалив ты балом, молоко не высохло, идиот, тупой Сларк, он очень крутой. Это ты придумал, Атеир? Да он, да, он залагал, блядь. Видно. Альтаир, перезайди, нажми выйти, войти. Ждем Альтаира теперь, бля. Да. Альтаир. Алло? Ты где был, бля? У меня вылетел. Понял. Чё это ошибка вселенной не хочет принимать трубку? А он с иглой ебаная. Не, он хуже. Это нахуй даун... Да осуждай, да, блядь, ну хватит, ну пожалуйста, ну не надо такие слова говорить. Я тебе сейчас напишу, короче, что не надо говорить, хорошо? Пиши. Этот уродливый, ошибка вселенной, выблюдок, пидор, ебучий. Да блядь! Блядь, это пиздец, он заебал, осуждаю, что он говорит. Все, я вышел, короче, из Дискорда, осуждаю. Осуждаю, что он говорит. Я вообще такое не поддерживаю, это пиздец. Как так вышло, я не понимаю. Я осуждаю, что он говорит. Нет. Так алло, можешь сейчас ему сказать? Ты меня понял? Напиши мне слова, которые можно говорить. Нет, нельзя, да. Которые нельзя. Напиши мне слова, Сенька, которые Шел. Можно говорить. Алло, ты тут? Сын сифозной проститутки. Да тут, я тут. Короче, привет. Привет, сын проститутки. Вот, это он тебе. Жесть. Ты меня ради этого позвал? А, ты что, занятой человек? Нет. Братан, зайди на сервер DLC Community, найди кого-то подостойнее. Я не справлюсь с ним. Не справишься точно? Не, братан. Я уже не игрок. Ты уже не дотер? Послай нахуй, Вальдер. Иди нахуй. Иди нахуй, выродок ебучий. Красавчик, бля. Держи, ну, я у него папа 21 уровень. Я должен слушать его или что? Нет, ну, ты должен типа сейчас сдаться, по идее. Ну, я сдаюсь. Все, можешь уходить. Кикни сам меня, Альтаир, 1-0, красавчик, вот твоя первая жертва в интернете. Так, вы сейчас скажите ему, какие слова нельзя говорить, я замучусь, пойду, скажу за Сидором, сейчас приду. Пойду, бля, сейчас. Да я, может, сейчас еще и егеря, хотя ладно, только Сидора, сейчас приду.